Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте. Еще раз. Я, наверное, уже надоел своими видосиками, как некоторые скажут. Скажут, задолбал своими видео, сплетнями, всякими там чикакабрами. Вот. Ну, решил, что мне это, как говорится, сделать. Хочешь, надо посылочку послать. Племянница твоя. Вот, сама. Сейчас. Так, у нас, короче говоря, небо такое потрясающее. Какое небо. Какое небо. Красиво-красиво. Осень же набрали. Осень. Весь сейчас бросим такой. Ладно, сейчас переключусь. Подождите. Такие деревья. Ой, ну, видите. Это листочки такие. На всякие магазины. Тут еще. Вот такие. Такие. И вот так вот. Как у нас посадили деревья. Красиво. Вот. Солнышко светит. Красота, друзья. Да? Супер. Ну, такие парикмахерские. Все такое. Ладно. Мы мои. А это вот, как говорится, стояночка такая. Тырым-пырым, растопырым. Ладно, друзья. Это вам не Турция и не Акра. И вернемся к своим, как говорится, баранам. У нас очень и зайков много, и не веселих. Ой, ладно, друзья, будем тут уже, видите, мусор построгали, ой, поубирали. Я вот автобус взял, короче говоря, вот так. Сейчас конфетки купим и все, бай-бай. Пекарня, друзья. Пекарня, это Ермолин. То есть, продукты, фигурки. Так, внимание. Вот. Привет, друзья мои, еще раз. Здрасте. Ой. Здрасте, небо. Синие облака красивые. Ну что тут все мы? Обсудили мы наших зайчиков. Колянчика, Невеселих, Томасих. Ой. Кого бы еще, друзья мои, обчекружить, обчекражить, друзья мои. Как вы думаете, друзья? Ой. Ну, как говорится, полный обсосняк. На моем канале, как всегда. У меня, как бы сказать, не канал сплетника, а канал юморника и сплетника из дурдома. Вот, друзья мои. Вообще-то осень на дворе. Осеннее обострение. Да, осеннее обострение. Вот. Извините, камера трясе. По-кровински говори, а что ты поделаешь? Небо такое красивое. Вы не читаете. Вы не читаете. Небо красивое. Я прямо тоже звезда Ютуба, прости боже. Ой, камера трясется. И, короче говоря, вот так вот, милые мои, жизнь прекрасна, спору нету, и вот. Так что, друзья вы мои, люблю вас, целую, жестко обнимаю. Ой.
ну, как говорится, цветочки вам не будем говорить. Я вам цветочки подарю. Нет, ни в коем случае. Ой. Мне, кстати, донат не нужен. Кто потом скажет, ой, поедешь в Аку, будешь хавать ваки. Как Самвельчик. Да, как Самвельчик. Либо кит. Он под зонтиком сидит. Зонтик-то такой. Очень-очень-то крутой. Ой. Ака. Такая бяка. Не поеду я туда. Буду осень я свою смотреть. Извините. Синички за мной бегают. Говорят, я за вами, Сергей Вячеславович. Ой, да, Сергей ВВ. Ну, да ладно, друзья мои. Осень на дворе уже. Кто-то в Аке. А мы в Сибирске. Ой, ладно, друзья мои, буду заканчивать. Потом, если что, выйду. Ой, я люблю. Подключусь, обнимусь. Все, пока.